Вот у нас какое сегодня прикольное приключение у Артема, да? Артем, посмотри на меня. Да, вот такое приключение у меня. Да, Артем пошел на мусорку и нашел там две магнитолы. И они работающие, да? Смотри, Panasonic и Philips. И пульт еще. Радио классно работает, слушай, вообще громко. Слушай, вообще антенны такие хорошие. Слушай, Артём, вообще фу, классные вещи, а? Надо как-то нашел, а? Прикольно. Тут всего 10 позиций. А ну, погромче. Смотрите, можно искать. FM радио. Она где-то Z. Так, да. А ну-ка по power. Короче, вот работает, вот. Как бы. И вторая магнитола тоже у нас рабочая. Вот. Так что вот это. Тихо. Так, это выключение. А ну попробуем открыть кассетник. Так, перематка. Эх, кассет у нас только нет. Да, слышно, что крутится. Старенькая позиция. Кассеты у нас как бы нету, но работает. И тут тоже работает. Вот.